Доброй ночи, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале Иной Гейминг Channel. С вами Иной. Если вы видите мое лицо и видите что-нибудь связанное с Mail.ru, то это означает, что следующие 20 минут вы проведете просто охуенно. Я вам это гарантирую. Сегодня у нас наивный молодой человек из города Москва зовут его Мастер Чу, мне прислали сегодня ссылку, значит, на данного молодого человека, и он сделал видео под названием Lost Mail.ru, ответили нам, срочно собираем вопросы. Давненько я не делал вот обзоров на обзоров, извините, пожалуйста, я вынужден говорить тихо шепотом, потому что у меня глубокая ночь спят, но ну, давайте посмотрим, что же нам предлагается в данном видео дорогие друзья прикиньте вот этот вот ролик по Lost старку по Mail.ru э, дичайше расхайпился с 15 апреля он набрал 132 183 просмотра 4 2000 лайков и одну и 9 тысяч дизлайков Для... вот это шок вот это шок ролик с названием Lost Ark серьезно Mail.ru э, набирает огромное количество просмотров вы знаете если я сейчас сделаю видео с названием там аркейдж серьезно mail.ru я не знаю там бду серьезно mail.ru или бду говно или прочее любое кликбайтное название. и я не удивлюсь что это собирает просмотры давайте мы не будем очевидным вещам придавать какое-то неочевидное эмоциональное такое очертание да ты сделал кликбайтный достаточно заголовок ну и потом дружище 15 апреля ты что-то очень поздно спохватился то уже серьезно было давным-давно, я уже забыл, когда я вообще это видео -то выпускал про Lost Ark. как только в первый день они анонсировали, я уже сделал, очень поздно, очень поздно, но тема Lost Ark горячая, она продаваемая, конечно, в средствах блогерской, блогерской информации, поэтому удивляться здесь ничему не надо. Во-первых, я сделал возврат денежных средств за набор первопроходца, мне вернули 3299. Вот это был самый лучший твой игровой поступок, который ты когда-либо совершал в ММО-проектах. И на самом деле для меня было немножечко шоком небольшим таким, что комьюнити-менеджер с нами связался, постарался внести некоторые моменты, объяснить. Мастер Чу, я тебе открою один маленький секрет. Комьюнити-менеджер э, и со мной связывался. Да только даже не Лост а из компании Mail.ru. Uh, они вообще сегодня немножечко вышли в такие тренды, они понимают, что uh, успех любой ММО зависит от двух составляющих. Ну, помимо того, что из себя проект представляет, это его продвижение компании, самой Mail.ru, его медийная реклама. И второе это блогеры. Это люди, которые создают свои комьюнити, гильдии, которые двигают народ. И uh, если бы ты был голимым рандомом, тебе бы никто даже ничего не писал и не отвечал. Ну да, они сидят и палят, кто какие ролики выпускает, кто чего говорит. И если ты будешь говорить слишком много, тебе предложат большую и вкусную конфетку от Mail.ru. И, может быть, даже сводят в их столовку бесплатно. Во-первых, дорогие друзья, мне очень интересно, как вы отнесетесь к тому, что мы начнем сотрудничать в плане я делания контента полустарку, когда он будет появляться. и Подождите, деланию контента мы это кто? Мы этот кто? Мастер, что это что, комьюнити или это одно лицо? Если мы-то огласить весь список, пожалуйста, мы должны сдать врагов лицо. Если это вы лично, то значит вы наш враг. Да? И, кстати, мой дизлайк сегодня заслуженный, потому что я прослушал ролик. И вас должно напречь. В последнее время вот такая вот ситуация на канале. Потому что под вашим последним видео такая же ситуация происходит. Вот это вот уже реально очень напряжная штука. Во-вторых, вы как к этому отнесетесь? Мы крайне негативно к этому относимся. Мы крайне негативно к этому относимся. А, как вы думаете, стоит или нет сотрудничать? Не стоит, даже не вздумай. Даже просто не вздумай с ними сотрудничать. Почему, я объясню потом. Но вот эти ребята уже объяснили тебе. Именно как-то с комьюнити Ло Старка Они в свою очередь обещают Комьюнити Ло Старка это и твои комьюнити тоже Это твои зрители Это люди, которые приходят послушать твое блогерское слово И от того, как ты это блогерское слово поведешь Будет зависеть твоя дальнейшая репутация Подумай об этом Подвигайте мой контент И различные ништяки Также дополнительные бонусы мы можем с этого получить Подожди, только давай вот сейчас на секундочку Мастер Чу ты понимаешь, что на одну чашу весов ты кладешь э, вкусные плюшки и столовку в Mailru, в которой они тебя, конечно, позовут на всякие презенты и репрезенты. Где ты будешь фоткаться, делать селфи, жрать фрикадельки к столовке, а тебе дадут реферальную ссылку, по которой ты будешь просить людей регистрироваться. Ты будешь получать бабло за эту реферальную ссылку за переходы регистрацию, да? А на вторую чашу весов ты кладешь э, свою совесть. И людей, которые пришли послушать тебя и, возможно, прислушались к тебе. Людей, которые, возможно, довольно-таки слабы сознанием, они не могут сформировать собственные мнения, и все, что они могут, это слушать мнение чужое. И вот э, ты их тоже кладешь на ту чашу весов. И подумай хорошенько, пожалуйста, какая чаша весов перевесит. Итак, погнали. Мне написал комьюнити менеджер, и основная суть в чем? Он объяснил мне, что сейчас проект находится еще в стадии локализации, и они начинают собирать контакты заинтересованных в игре блогеров. Поэтому если... Знаешь, для чего они их собирают, да? Если ты вдруг не в курсе, то тебе дадут реферальную ссылочку, тебе дадут плюшки, чтобы ты зазывал и созывал людей в этот проект. Он тебе может нравиться, он может тебе не нравиться, но, к сожалению, реалии сегодня таковы, что люди готовы торгануть своей задницей, лишь бы получить заветные деньги с реферальной ссылки. И даже когда проект до они способны улыбаться своей аудитории и говорить, как все хорошо, как все заебись, идем и врываемся. Все нормально, мы сотрудничаем, мы получим самый первый доступ именно в русифицированную версию Lost Ark. Да она тебе нужна? Давай тебе честно скажем, она тебе нужна, но придешь ты месяц-два позже, чем все остальные. Знаешь, что ты пропустишь? Ты пропустишь то, в чем ты не хочешь себя отказать. Ты пропустишь хайп от старта проекта. Хайп uh, это всегда зрители, это подписчики, это донаты. Uh, я из принципа даже не покупал никакого набор раннего доступа и не буду его покупать. И приду гораздо позднее, чем все остальные. Uh, просто чтобы своим примером показать, как делать не надо, как не надо платить за воздух, за пластиковые фигурки. Uh, и самый лучший пример ⁇ это тот пример, который показал ты. Я откажу себе в хайпе, я откажу себе в большой аудитории на старте, просто чтобы сохранить свою человеческую репутацию и совесть, да? Это круто, это, во-первых, очень круто, и мы также присоединимся не в очередь круто. к программе поддержки. Также, соответственно, комьюнити-менеджеры смотрят выпущенные видео по этой игре и пытаются понять, интересно им это или нет. Также uh, небольшие пояснения мы получили. Они смотрят неинтересные им видео, они смотрят, не пизданул ли ты там Что лишнего, чтобы они не опубликовали это у себя. На все остальное им насрать. Хоть ты там будешь, не знаю, пушку точить, весь ролик. Данный человек передает, что он понимает, что как покупатель пакета мы все расстроены, что даты до сих пор нет, но они тоже заинтересованы в том, чтобы начать тестирование как можно быстрее. И... Ничего они не, не расстроены. Они запустили эти э, даты с продажи наборов еще тогда, когда они даже к локализации не приступали. Они вам продали воздух, продали то, э, к чему они даже не, не подступались по моим внутренним ощущениям, ЗБТ будет, ну, где-нибудь в конце сентября, я думаю, в начале октября. И не надо ебать мозги и писать эту паралую фразу, когда ЗБТ. Все мы приблизительно понимаем, летом народ отдыхает, он в деревнях, в отпусках на дачах. В начале сентября он приезжает, у него депрессия, они люди выходят на работу, кто-то выходит на учебу, им не до чего. И только к концу сентября, начало октября они раскочегариваются и расходятся. Соответственно, ориентируйтесь на эти даты, никаких шоков в этом вообще нету. Мы с вами получим доступ на ОБТ и, соответственно, я в свою очередь смогу вам разыгрывать те или иные коды на игру во время своих трансляций. Что то? Скажи честно людям, давай ты не будешь кривить душой, зачем тебе это надо? Тебе это надо только для одного, чтобы побыстрее собрать подписоту, лайки, донаты и въебать реферальную ссылку. Не больше ни для чего тебе это не надо что у тебя лично такое прям охуенное стремление пойти поиграть в Lost Ark, я глубоко сомневаюсь, судя по контенту твоего канала. Напишите в комментариях свой вопрос к Mail.ru, самые интересные вопросы я для вас отберу и также комьюнити-менеджер Mail.ru отберет и постарается дать э, максимально подробные ответы. Для меня, наверное, самые интересные вопросы к комьюнити-менеджеру, как и для многих, был, будут такие, что будет ли как-то изменен магазин Lost Ark непосредственно сравнимо с корейской версией игры. Я тебе сразу говорю, что он будет изменен, возможно не сразу, но он будет изменен и продюсер проекта дал это ясно понять, если ты вдруг еще не в курсе, да, они имеют право по согласованию с корейцами менять ассортимент магазина, просить у корейцев то, что схавает наша аудитория. А Mail.ru знает, что хавает наша аудитория, и он будет изменен. Опять говорю, возможно, не сразу, месяц, через три, через полгода, но он будет изменен. И чтобы они тебе не ответили, помимо слова, именно так и будет либо же он останется максимально неизмененный. По крайней мере для меня это был бы, наверное, один из самых интересных вопросов. Соответственно, мне очень интересно, какие вопросы вы бы хотели задать Lost Ark'ом. Имеется... Я хочу задать вопрос, когда перестанут объябывать людей. Я хочу узнать, когда мы получим какие-то равные права в их проектах. Я хочу узнать, когда на берега Аркейдж перестанет выплывать то, что не предусмотрено нашим игровым клиентам. Я хочу узнать, когда они, изымая что-либо после очередных косяков на профилактиках, Uh, и у игроков начнут это действительно изымать, а не делать вид, что изымают. Как-то происходит в Revelation, как-то происходит в Arcade. Я хочу узнать, когда перестанут перестану в Skyforge засовывать легендарные пухи 19-го поколения, продавать классы, и через 10 минут после того, как вам продадут этот класс в игре, выкатывать новую акцию, где содержится крутая легендарная пуха на данный класс. Вот я бы вот это хотел узнать. Все остальное меня интересует слабо. Думай, лам, то, что они сейчас делают. Единственное пояснение, что он сказал, что на некоторые вопросы, к сожалению, ответ вряд ли будет получен, либо... Конечно, не будет получен. И я тебе скажу, на какие. Вот на те, что я задал вопросы, ответ не будет получен никогда. Можно задавать вопросы, как вы добились такого охуенного качества локализации как вам удалось заполучить такую охуенную игру, как Lost Ark в свое пользование, почему вы такие пиздаты, почему у вас такой классный офис, как вы наняли таких классных сотрудников, где вы берете такие классные скриншоты в игре. Вот такие вопросы ты можешь задавать, на них дадут ответы. На все остальные вопросы ты получишь либо воду, либо их проигнорируют и сделают вид, что их не существует будет получен да, да, нет, нет. То есть они не хотят раскрывать всю инфу, но на какие-то вопросы все-таки мы с вами получим ответ. Это очень и очень и очень круто. И... Да, блядь, просто сейчас кончу я от радости. Как это все охуенно. В скобочках нет. Блин, я надеюсь, ребятки, что вы по -про проявите свою активность, вы покажете в этом видосе свою активность. Я призываю вас не проявлять никакой активности, кроме как бойкотировать такие предложения. И я призываю не создавать никаких вопросов и оставить все так, как есть. Самое лучшее, что мы можем сделать, это бойкотировать данную ситуацию. И э, кроме того, что оставите вопрос для мейловцев, вы еще обязательно лайкните это видос, чтобы не пропустить следующий видос. Да, уже лайкнули. Видишь, как хорошо лайкнули? Вот, 953 диза у тебя и 1000. Ну, может быть, ситуация сохранится. Меня радует. Меня, знаешь, мне знаете, ребят, что радует? Меня радует то, что умные люди начинают проявляться. Вот, 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 вот здесь, вот, вот в этой цифре магической, для... я вижу надежду. Я вижу надежду нашего комьюнити. Меня радует, что количество умных людей, просветленных, понимающих ситуацию, становится все больше и больше. Все приходите на мой канал. Все приходите. Я вас, вот 953 человека, я вас всех у себя жду. Скажу от себя, Мэйлы. В чем-то к вам очень много всегда претензий, но вот в чем-то вы молодцы. Я не... Интересно, это в чем-то они молодцы? Я ожидал, что со мной связывается комьюнити-менеджер. Расп... Я тебе отвечал, он связывается не только с тобой одним. Пишет все настолько подробно, насколько он... Это его работа, ему за это деньги платят, понимаешь? Ему платят за это деньги расписал И, по крайней мере, вот за это огромный респект. Я очень сильно жду... Это все, за что им можно выдать респект, правда? За то, что тебе написали и что-то расписали? Я думал, им надо выдавать респект за качественную локализацию, как в Revelation, где до сих пор иероглифы. Я думал, за стабильность серверов, за отсутствие лагов, за качественные профилактические работы за продажу наборов раннего доступа хотя бы тогда, когда они приступают к локализации над игрой, за понятность и прозрачность каких-то сроков, раз уж люди заплатили. Но оказывается, вот надо платить за то, чтобы тебе в личку написал комьюнити-менеджер ВК. Кстати, я не призываю ни в коем случае вас брать и откатывать платежи, потому что. Потому что это может хуево для тебя обернуться. Вдруг Мейлру передумать давать тебе реферальную ссылочку и приглашать тебя в свою столовку. Я порылся немножко в инфе, и оказалось, что где-то в феврале месяце на каком-то из подкастов они сообщили, что осенью, что мы должны ждать этот проект осенью, и уже вот-вот все будет. Ну, в принципе, как я вам и сказал. Не знаю, я очень жду этот проект и очень жду вашей активности. Обязательно пишите, повторюсь, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пишите свои... Ой, я бы, может, тоже ждал, понимаешь, мастер Чу Лоустарк-то. Я бы, может, его и ждал. В игре нет ничего невероятного. Я тебе сразу скажу, это обычная, довольно средняя игра. Клевость Лоустарка -то в том, что он довольно-таки гладко запустился. Когда возникло огромное количество серверов, корейцы открыли дополнительные сервера, чтобы люди смогли зайти. Да? Понятно, что не всех может это выдержать. Ну, не все сервера способны выдержать такой нагрузки, такого наплыва игроков, но они постарались сделать. Uh, у них хорошо оптимизированная игра. Видно, что она завершенная. Видно, что над игрой работали. Uh, поэтапно проводилась ЗБТ. Протестировали кусочек, закрылись. Протестировали кусочек другой, закрылись. Протестировали боевку, закрылись. И таким образом, планомерно-планомерно, у них вышла очень хорошая игра на четверочку из пяти. Да? В ней нет ничего необычного. Вполне понятная боевка, довольно-таки прозрачная. Будет один билд для ПВЕ, будет один билд для ПВП. На каком-то боссе переставить один дополнительный скилл. Ничего сверхъестественного в этой игре нет. Она вполне понятная, простая и прозрачная. И может быть этим и привлекает внимание, и мое бы тоже привлекла. Но мне тут недавно прислали видео, что уже заточечка появилась в донатном магазине на Корее посмотрим потом все это, хотя смотреть, конечно, тут нечего. Феномена у никакого нету, чуда никакого не случилось. Понятно, что мы все живем долгое время на каком-то ММО безрыбье, да? А на безрыбье, на безрыбье, вы сами знаете что, да? Подставить все, что нужно. Меня радует то, что очень большое количество умных людей появляется ставит дизлайки, потому что понимают, что данный молодой человек пытается зашить между строк меня радует, что народ просветляется. Конечно, поддерживать и таких блогеров, и такие позиции, это мое личное мнение, я не считаю нужным. И я удивляюсь, ну хотя хочу удивляться, в принципе, как народ сегодня набирает подписчиков. Простримил то, что хайпово, набрал подписчиков. Простримил то, что хайпово набрал подписчиков. Это даже часто не наша проблема блогерская, это часто ваша проблема зрительская, потому что вы не хотите смотреть что-то ровненькое, познавательное. Вам надо смотреть все то, что скандалы, интриги, расследований где кто обосрался, любые с надписью «Шок», с надписью «Говно», с надписью «Mail.ru», с надписью «Инова опять» и так далее, и так далее. Вам нравится такое смотреть. Соответственно, вас такой пищей кормят. То есть, когда вы как зритель поменяетесь, тогда поменяемся и мы. Ну, я стараюсь все-таки в большинстве с вами не поддаваться этой сумасшедшей волне. Периодически позволяю себе, конечно, побаловаться. Не идите ни на какие сговоры, не собирайте никакие вопросы, не надейтесь на то, что Mail.ru работает для вас. Они работают только для себя и для своих карманов. Mail.ru ⁇ это типичный пример русского такого корявого бизнеса. С вами был Иной. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. -пока.